Я просто гляну, что изменилось в самой игре. Но я сразу могу сказать, что запускается она велико. Вот так вот. Это интересно. Бонусы. Перейти в атомную лавку. Купи 1000 атомов и получи 500 бонусных. И эксклюзивный костюм старейшины. И 6 ремонтни. Но ремонт не хочется купить. Костюм старейшины, кстати, классно выглядит, но... Я, пожалуй, воздержусь от покупок. Я лучше сэкономлю деньги для БДО. Видеокарта жестко засвистела. Это видюха свистит, да? Вы даже слышите ее, наверное. Мне говорили, что какие-то дроссели свистят от того, что она слишком круто вертится и крутится. Мне надо ограничитель выставить какой-то по фэпосам в настройках, но я ничего не понял. Немножко напрягает этот свистопляск на видеокарте. 1080 Ti там. Мы его же собирали чисто под выставку. У меня, типа, я открою секрет, у меня корпус новый должен быть из чистой кожи и никак не обошьют. Из кожи, естественно, любителей World of Warcraft. Зачем я это смотрю? Зачем я это смотрю? Я это смотрел уже. И это не лучшее, что я видел в своей жизни. Да, это она, guys, это Fallout 76, я его вспомнил. Тут, я помню, Николас Кейдж где-то был, я его возьму, наверное. Хотя нет, он не так уж и похож, как мне казалось. Мне вот всегда кажется, что во всех редакторах должна быть кнопка Full Randomizer, чтобы были рандомные уроды. Ну, то, что так просто тупо лучше. Когда тебе лень что-то создавать, ты просто нажимаешь, у тебя получается оригинальный персонаж, не похожий на остальных. Ну ладно, давайте сделаем чела, давайте на основе этого, обычный стандартный чел. Большой лоб, значит умный. Хочу как у Ильича. Не, вот это, кстати. Это жестко, скользкие и жирные. Кстати, вот с этими волосами, если накинуть их на того чувака, который похож на Николаса Кейджа, то, наверное, он действительно станет сильно похож. О, да, отлично, мерзость. При этом пусть он будет рыжим. Сделаем хитрый прищур, короче. Нос целиком. Тоже можно тип выбрать. Красивый, широкий, курносый. Блять, отлично смотрится этот чувак. Блин, как вытащить переносицу? Во-во-во. Теперь это хоть на нос похоже. Ха! Ебать, он доволен собой. Теперь скулы. Надо, чтобы он порадостнее был, он все-таки в Фоллауте, так сказать. Не, наоборот, наоборот. Надо такого прям мощного типа. Я просто в честь вас делаю среднестатистического зрителя стримов. Мне нравится, мне нравится. Так, тело полное. Дайте своему персонажу имя. Handsome Sap. В честь вас, красавчик Сап. Ой, жду, не дождусь, когда снова увидим Апалачу. Прям хочу почувствовать это дуновение ветра при выходе из убежища. Так я же ставил ультра, кого хрена? Я хочу все на максимум, все, мне все хочется. Если она мультиплеерная, как бы позиционируется, да, то она сразу должна цеплять своим внешним видом. Вот я в БДО зашел и сразу понял, что не бездарные корейцы рисовали. Начало игры вообще не изменилось, но они и говорили, что полноценные какие-то обновления выкатят только к сентябрю, когда NPC заведут. Так что это по-прежнему тот самый Fallout 76. Мне интересно только, насколько он лучше стал оптимизирован по выходу отсюда. Ну, я не знаю, просто пострелять по мобам, так сказать, попробовать. Но эта фигня по-прежнему выглядит просто омерзительно. Это белое очко. Черная кошка. Почему она считается врагом? Кто-то ведь может ее убить. Не дай бог. Нет, ну определенно она стала лучше работать. У меня на этом же компе был 25 FPS. Фу, все равно какой-то помойный на самом деле. Я хоть и 100 выставил, но он все равно как-то хуёвый. У меня все равно не покидает ощущение, что эта игра по-прежнему выглядит хуже, чем даже четверка. Какая-то грязная такая графика, знаете, какая-то такая мудово-помойная. Я даже не знаю, как ее объяснить. Слишком много мыла на задниках. Как-то какой-то херовый
Как будто ты накатил на четверку какое-то хуёвое ЕНБ неудачное такое, знаете, блеклое, мразотное, которое вроде как должно быть реалистичным, а... В принципе, вся игра из себя представляет вот этот вот сбор помоев, короче, по всей карте. И потом разборка и сборка на верстаке. Ну, я, конечно, лейт-гейма не видал, но не думаю, что там что-то сильно прям отличается. Но, если честно, я уже не ненавижу Fallout 76, то есть в первое время он мне казался супер тупым, а сейчас мне кажется, что на рынке из всех вот таких вот симуляторов бомжа, да плюс с сетевым моментом, это не самый худший выбор, да? Тем более сейчас, когда я поиграл в некоторые современные ММО. Анимации не такие уж и помойные, как мы видим. Хедшот даже сочно дается. Можно ли в 76-й Fallout играть в офлайне? Ты по сути играешь в офлайне, потому что в него никто не играет. У меня на карте вообще ни одного человека нет, я уверен. У меня есть несколько бомжей, прошу прощения. Но обычно нет никого. На Xbox, во всяком случае, я ни одного человека не встретил за два дня. За два вечера. Играя в это, я чувствую, что... Я какой-то мудак. Прямо скажем. Потому что каждый раз, когда я это вижу, это напоминает мне о том, что я купил эту игру. Причем два раза. Один раз на компе, один раз на Xbox. Ну, чтобы пораньше ее застримить. То есть в общей сложности я отдал около 6 тонн Тодду Говарду за этот кусок кала. Не знаю, что они там пофиксят в сентябре, но мне что-то кажется, что эта игра не станет выглядеть лучше и играться интереснее, чем она есть сейчас. Чем в ней заниматься, ну, абсолютно непонятно. То есть, вот, когда ты начинаешь игру, тебя должно что-то двигать вперед, да? Вот, например, в Black Desert Online мечта о том, что вокруг меня будут бегать 5 котиков, у меня будет хата с служанками, и я буду плавать по морям, ловить рыбу и варить пиво. Когда я запускаю Fallout 76, первое, о чем я думаю, это то, что в ближайшие несколько часов мне придется проходить эти абсолютно мудоебские квесты про кипячение воды, про поиск этой сраной смотрительницы, ну, которую ты ищешь, по сути, до конца игры, по забегам на сгоревшей пожарной части на скорость и все такое прочее. То есть сейчас я просто, ну, не знаю, мне настолько не хочется проходить вот эти мудовые квесты, что я просто бегу хер знает куда, найти там хоть каких-то мобов и пострелять в них. Но даже это я не знаю, для чего я делаю. Для чего мне сейчас прийти, ну, то есть убью я этих мобов или там побегаю, покачаюсь, полутаю дома, соберу мусор, что-то крафтану, что-то сделаю, может быть. Но для чего? Ради чего? Я просто не вижу ни малейшей цели. Я не могу представить, что кто-то из друзей согласится в это говно играть. Самое удивительное, что в это говно играть, ну, в компании нихера не интереснее, чем в соло. В соло даже приятнее бегать, на самом деле, потому что никто не мешает. Короче, это просто бессмыслица какая-то в данном виде. Я не знаю, что там изменится, когда NPC завезут. Возможно, ну, как-то все это немного оживет. Но просто сейчас это абсолютно пустая карта, на которой нехер делать. И игра, у которой нет цели, нет ни early game, ни medium game, ни end game. Потому что она просто, ну, сама из себя представляет. Симулятор бомжа. Можно только бомжевать. По факту. Они там вводили какую-то возможность варки пива, еще какое-то дерьмо. Нах это надо. Да, стрельба, конечно, не впечатляет. Но только на первый взгляд. На самом деле довольно приятно было сейчас ставить эти хедшоты. Давайте сыграем на пианино, передохнем немножечко. Тен-тен. Ладно, небольшого перерыва достаточно, я думаю. Но в целом, вот чем ты и занимаешься большую часть времени. Просто бегаешь, выбил какой-то кемп от мобов, пока они не зареспили, собираешь мусор, потом разбираешь этот мусор, собираешь из него другой мусор, идешь файтиться, собираешь мусор, разбираешь мусор, потом снова собираешь мусор, потом разбираешь мусор. Кстати, настало утречко. Я чувствую себя как вот этот человек. Примерно такую же позу хочется принять, чтобы ты глаза не выжигал это оранжевое сияние. Кто-то взорвал атомную бомбу.
Похоже, и здесь кто-то из Фэтмена, что ли, стреляет. Я просто не понимаю, да. Прибежал этот чувак и херачит просто по мобам из Фэтмена. Человек своя атмосфера, он долго играл в эту игру. Блять, я открыл карту. А если бы я открывал карту, когда, например, мне, ну, типа, срочно... Прикиньте, вы открываете карту просто в рандомный момент времени, открываете карту. И игроку предлагают, блядь, посетить атомную лавку. И надо, блядь, нажать «Продолжить игру», чтобы посмотреть на карту. Охуеть, какая наглость. Изменить значок игрока. Да нахер мне это надо? Сука. Ну и... Честно, после такого я даже, ну... Это было максимально неприятно как-то, что ли. Давайте спиздим факера. Блин, они вообще не старались. Они даже музыку старую взяли, которая уже 300 раз была в этом говне в плаче. То есть, ну просто люди абсолютно не старались. Это как, когда какого-нибудь урода хочешь обидеть, говоришь, типа, мама не хотела, папа не старался. Ну, ты типа такого же. Да и сам тот в своих интервью признался, что так оно и было, что это полный отстой. Не знаю, почему-то... С одной стороны, у меня эта игра уже не вызывает негатива, но про нее нельзя сказать ничего хорошего. Поэтому каждый раз, когда ты хочешь что-то говорить, чтобы не молчать, получается только гадости какие-то в сторону этой игры. Купи, да-да. Им реально не хватает огромной надписи «Купи, пожалуйста», во весь экран. Хотя только что мы ее увидели, когда я на карту заходил на самом деле. Блять, было бы чего покупать на самом деле, то есть, ну, и было бы в какой игре покупать. Сделали бы они хотя бы говнище свое бесплатным тогда абсолютно, навсегда. Я бы тогда это еще понял. Этот чувак, походу, даже здесь этот чувак с Фэтменом бродит за мной и стреляет во все подряд. Да, в общем, если продолжать тему с оценками, ММОшек, которые мы сегодня играли, Fallout 76... Блять, он заебало взрываться, я не могу, просто меня бесит это. Еще эти взрывы на всю карту трясут. Короче, Fallout 76 получает от меня 76 из 10. Помогите, пожалуйста. Я уже пришел к этому терминалу. Я не понимаю, я жму пробел, вызывается карта, а как мне резаться? Аватарку купи, встанешь. Не, спасибо. Я хотел 5-й уровень качнуть, чтобы оружием попользоваться, которое набил. Ну, не. Пойдем, короче, в этот. Ну, это та же самая игра, короче. Пойдем попробуем Battle Royale, так уж и быть. Просто посмотрим на него. Если я не попробую, то какой же я фан Фалача. В Солянова сейчас. Ну, я смогу, у меня есть стратки. Все мои годы, которые я провел, играя в Фалачи, они не могут пройти даром. Че, я четверых не смогу убить? Надо просто дожить до последней четверки. Ваше прибытие в убежище может иметь свою ценность. Ага. Угу. Угу. А это столько народу. Неужели на халяву так ведутся, что даже готов Fallout 76 качать? Кандидат одобрен. Ты запускай катку, тот. Я вообще не понимаю этих батл-роялей, где надо по 10 минут в лобби сидеть. Мне кажется, это их жесткая ошибка, то что они это говно сделали бесплатным. Придурок купил этот костюм. Это большая ошибка, потому что люди... Ну вот в данный момент, может быть, в сентябре стоило сделать бесплатным, когда выпустят NPC, в игре будет чем заняться. Потому что сейчас люди зайдут, убедятся, что это кал, и выйдут навсегда. Вряд ли кого-то можно будет таким трешовым батл-роялем завлечь на покупку игры. Погнали, погнали. Ух, сейчас развалю. Ой, что-то толчок приспичило срочно. Надо быстрее. Какая пушка? Где моя пушка? Так, ну с этим я смогу выиграть однозначно.
Ой, бля, бурлит все. Прям смотришь на картинку и... Так, так, так. Иди к папочке. Я не вижу ни хрена. А, он умер уже, все. Тупо пал. Чуваки, мне кажется, я эту катку не доиграю. Мне что-то так... Короче, туз сейчас ляжет прям на стол, я вам так скажу. Я что-то не то схавал. Грязными руками ел Принглс. Ух. Блин, он с зажимом. Сейчас я его подпушу. О! Пса такого. Давай, 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 иди к лапе. Не, у него дробовик был, к сожалению. Блин. В общем, неплохо держались эту минуту или две. Да, я согласен. Максимум дерьмо, гайс. Ой, максимум дерьмо. Во всех смыслах этого слова, блять, поскорее бы выйти. Фух. Так, как удалить настройки игры? Удалить. Мне одного взгляда достаточно на этот Battle Royale, чтобы понять, что в него не надо играть никому и никогда, как и вообще в эту игру. Она по-прежнему абсолютно омерзительна. На все 100%. Выглядит омерзительно, по содержанию омерзительно. Весь этот, вся эта тема с бесплатками, с батл роялем и с играющим в него шраудом, это говёный байт, на который вестись абсолютно нет смысла любому здравомыслящему человеку. Ну, я повелся, конечно, так или иначе. Но вы должны понимать, я как Жак Ив Кусто, возможно, ему тоже не хотелось... плавать под водой, там, смотреть на всяких скатов и прочее дерьмо, но он должен был это делать, потому что кто, если не он? Так и я.